С начала года североказахстанцы получили более 4 миллионов государственных услуг. Из них 98% сегодня оказываются в электронном формате. Особое внимание действующим и начинающим бизнесменам. Специально для них Центр обслуживания населения запустил сервис «Персональный менеджер». Что это за проект и какие еще оказывают услуги для формирования бизнес-климата, узнаем далее. Получать государственные услуги, не выходя из дома, намного удобнее и безопаснее. Сегодня для полного удобства граждан создаются площадки самообслуживания Connection Point. О том, какие еще оказываются услуги для формирования бизнес-климата, рассказал заместитель акима области Даурен Шандарбек. Для их прозрачности и оптимизации проводится большая работа. К примеру, я хочу сказать, что вот мобильные банковские приложения на сегодня уже могут оказывать также государственные услуги. Сегодня у нас создается геопортал, через который также будут оказываться государственные услуги в области строительства, оформления земли. Этот геопортал мы планируем уже в следующем году ввести в эксплуатацию. 30 лет – самый ответственный и значимый период в истории становления независимого Казахстана. Успешно построена экономика нового типа. Активно модернизируется политическая система и укрепляются социальные институты. По поручению президента страны агентством проводится большая работа по оказанию государственных услуг для бизнеса. За 9 месяцев текущего года североказахстанцы получили более 4 миллионов госуслуг. Большая часть из них, а это 98%, оказываются в электронном формате. До 2016 года в электронном виде оказывалось менее 19%. Для удобства получения государственных услуг, а также для бронирования очередей в ЦУНах разработано мобильное приложение «Яков Мобайл». Практически около 80 сервисов и государственных услуг можно получить с помощью этого мобильного приложения. Ежегодно модернизируется оказание государственных услуг в Центре обслуживания населения. Открываются фронт-офисы и уголки самообслуживания. С 2018 года для действующих и начинающих предпринимателей запустили сервис «Персональный менеджер». Проект позволяет североказахстанским бизнесменам вызвать менеджера в офис и получить услуги на месте. Упрощены процедуры выдачи технического паспорта, осуществляемые через государственную корпорацию. Если ранее срок оказания данной услуги был 5 дней, то сокращено до 1 дня. Ранее сумма за техпаспорта была от 12 до 15 тысяч, а на сегодня составляет менее 5 тысяч тенге. Из-за пандемии у североказахстанцев появилась возможность удаленно получить электронно-цифровую подпись. Для этого необходимо иметь персональный компьютер и видеокамеру.